Трое пострадавших от клещей – жители Котласа и Котласского округа. Еще трое – из Красноборского района. А у одного из них исследование клеща на энцефалит показало положительный результат. Наиболее эффективной мерой профилактики клещевых инфекций остается прививка. Вакцин от клещевого энцефалита в горбольнице много. Выбрать можно одну из двух – клещевак и энцевир. Обе отечественные переносятся легко. Обращаетесь в регистратуру, вас направляют без очереди на терапевтический участок, и оттуда вы идете в прививочный кабинет, все максимально быстро. Все предупреждены, что вакцинируемых мы берем без очереди. Прививочный кабинет работает по будням с 8 утра до 15:40.